Как уничтожают двор, где росла жена и куда ходил гулять с детьми, Андрей Куликов увидел с балкона. Возле его пятиэтажки 94/41 по улице Стройкова росли тополя. Деревья не были старыми или аварийными, но приехали рабочие и начали их пилить. У нас дети, они играют на этой площадке в тени этих деревьев. Деревья свежие абсолютно. Зеленые. Никакой опасности они не представляли никому. Андрей попросил прекратить работы и показать документы, на основании которых они проводятся, на что сотрудники вызвали полицию. Прибывший наряд выяснил, все законно. Разрешение, несмотря на то, что деревья свежие, прямо в бумагах было написано, деревья хорошие, живые, свежие, но высота их превышает 12 метров, и они слишком разрослись. Вот, поэтому их надо было убрать. От аварийной обрезки пострадали не только деревья. Ветки, которые рабочие бросали с большой высоты, повредили горку на детской площадке. Упал фрагмент дерева, то есть ствола дерева, и при падении повредилась вот эта вот деревянный поручень. Теперь эта горка, по сути дела, непригодна к ее использованию. То есть любой ребенок, вот проезжая, может легко занозить эту руку. Герман Поляков обратился в дирекцию по благоустройству и администрацию города. Зеленые насаждения спасти уже не получится, а вот привести в порядок детскую площадку еще можно. Жители надеются, что их обращение не останется без внимания. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».